Вот возьмет и руку, да? Да. Практически, пока мы с вами разговаривали. Слушай, давай, шеф приедет. Там две огромные трещины, через все несущие, с первой по девятый этаж. И крен у всего здания. Из общаги никого выселять нельзя. А как быть? Под обломками всех похоронить? А люди? Живые люди, урод. Живые люди! А ну, разошлись. Сейчас. Сваль! Отбросы! Там сотни живых людей, сотни. Совесть есть у тебя, нет? Смотри, сколько людей спас! Ты человеком стал. Ну, чтоб все как у людей. На работе что? Не воруешь, а работаешь. В подъезде что, лампочки вкручиваешь? Так я что, не человек? Да дурак ты! Дурак и есть. Ты не дурак. Че встал? Ну ты правда дурак! А ну пошел отсюда! Ну! Не понимаешь, они людей не выводят. Они их решили там оставить. И что? Живем никто. Мы живем как свиньи. Дохнем как свиньи. Только потому, что мы друг другу никто.